За рулем обеих машин, которые остались на месте аварии, находились девушки. Автоледи говорят, что до сих пор не могут понять, как автомобиль Kia Rio оказался на крыше, ведь скорость они не превышали. Ехали со стороны Казани, да? Слева выезжала машина, я ехала по левой стороне. Вы, получается, они мне не уступили. Слева машина не уступила мне дорогу. Девушка обвиняет в произошедшем мужчину, который ехал на автомобиле Deonexia. Якобы корейская иномарка обогнала их машины по крайней левой полосе, после чего неожиданно свернула вправо, задев Kia Ceed. А последняя по инерции также протаранила машину на соседней полосе. Подрезали, девушка врезалась в меня, я скатилась в обочину. Они номер не видели, видели Nexia? А, номер не видели. Очевидцы говорят, водитель Nexia видел, чем закончился его неосторожный маневр. Тем не менее, мужчина лишь прибавил газу, посчитав лишним даже поинтересоваться, в каком состоянии находятся люди в перевернутой машине. На место аварии вызвали грейдер, который убрал снежные сугробы, чтобы автомобиль Kia можно было с наименьшими повреждениями поставить снова на колеса. Поиском виновника аварии сейчас займутся следователи, правда, шансов его найти не так уж и много.